Всем привет, с вами я, Юра, и в этой серии я покажу такую игру под названием «Блоки Хигвей». Давайте начнем. Так, у нас есть 4, да, сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас есть 9 этих, и в каждой по 1, 2, 3... И каждый по 5 машин. Вот. Наша цель — собрать как больше много монет. И тут еще есть вертолеты, вертолет. Ну, давайте я вам покажу. Сейчас вы увидите, я не знаю, что это. Тут отличные. Как вам сказать так? Аварии. Тут есть строительные работы. Вот так вот оно идет. Вот, прикольные. Давайте откроем. Так, энки-бенки, оп, энки-бенки, энки-бенки. У нас есть АПС. Давайте Select и Play. Он вы. Так, сейчас я вам покажу. Не знаю что, но я вам покажу. Смысл игры в том, чтобы проехать много дистанции, проехать дистанцию как больше, вот, и собирать монетки. Но мимо монеток есть еще эвакуатор, такие прыжки, еще есть One F Best. Короче, тут есть эвакуатор. Как он там? Вертолет и все. А, да, еще есть препятствия, которые, получается, вы можете врезаться, а это машины. И многое другое. Тут, кстати, хот-роды. Вон. Китти. Вон Вэй. Некоторые думают, что машину можешь перевернуться. Проклятие. Ненавижу. Ну вот, вы поняли, как играть. У меня уже две машины. Я не знаю. О, круто. Тут есть домики. И там тоже. Ну, если вам понравился мой обзор на блоки Хигвей, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и всем пока.